Если ваши знакомые выступают на шоу «Главная сцена», а вы не успели к эфиру, то, во-первых, эфиры повторяют. Ну, а во-вторых, всегда можно зайти на сайт Russia TV и посмотреть любой из выпусков нашего шоу. В детстве я была супер закрытая, я ни с кем не разговаривала. В 6 лет я переехала из поселка в город и попала в ансамбль фольклорной музыки «Веснянка». И вот 14 лет уже там пою. Катались по фестивалям, вот эти все экспедиции, от бабушки, вот до деревни. А ты едешь, разговариваешь, ты становишься более открытым. Фольклор мне очень помог раскрепоститься. Казалось бы, фольклор и эстрада — это разные вещи. Когда ты этот навык переносишь в эстраду, естественно, намного легче. И сейчас я на главной сцене пытаюсь показать свое видение любимых народом песен. Здравствуйте. Меня зовут Катерина Трубильна, я из подмосковного города Пушкино. Катя! Катя, давай. Екатерина Трубилина. «Танцы на стеклах». Очень подходящее название для нашего конкурса. Диана, было ли это убедительно? Я вот точно знаю, что Катя может петь лучше. А вот сейчас растерялась как-то. Зачем растерялась-то? Можно вот акапелла чуть-чуть? Ну, пожалуйста, чуть-чуть. Вот прямо начало этой песни. Ну, завалило, правда. Просто можно я скажу, почему я растерялась? Почему? Минусовка заиграла намного выше, намного быстрее. Это не должно быть как-то, возможно. Видимо, то ли программа ступила, то ли еще что-то. Так происходит иногда, и получилось, бывает. Да, сбой. Я видела Катю на кастингах. Слышала, как она поет. Она действительно поет в 5 раз лучше. Понимаете? И очень жаль, конечно, если обламывают какие-то технические вещи. Мне это категорически не нравится. Если в 5 раз лучше она поет, то это вообще для меня просто шок. Потому что я был покорен и очарован этим пением. Спасибо большое. Я ничего не услышал, а наоборот, одна была мурашка сплошная. А давайте еще послушаем что-нибудь. У меня есть песня «Жуки